друзья, и вот сейчас я, Иванова Лариса, нахожусь в Палестине. Вот решили вот так вот пересечь границу. Сейчас это уже две разные страны, Израиль и Палестина. Вот, это мусульманская страна. Вот так нас, в общем-то, встретила вот таким преступлением. Очень все... все равно есть свой колорит, своя самобытность. И мы хотим посетить Вифлеем, где родился Иисус Христос. Итак, путешествие продолжается. Ждите фото и видео. С вами на связи была Иванова Лариса.